Союз нерушимый, республик свободных. Всем привет, с вами Игдар Драгон. И сегодня мы поиграем в игру под названием Lifeless Planet. Это игра о том, как американский космонавт, бороздящий просторы космоса, приземлился на неизвестную ему планету. И... Ну, все оказалось не так-то просто. Оказывается, на этой планете уже побывали советские люди, представляете? Советские люди. Так, Lightning Sight. Хорошо. И эта игра не хоррор. Это даже я отнесу к необычным играм, потому что, ну, не знаю, как эту игру можно назвать обычной. И давайте посмотрим, что и как. Видим то, что этот корабль сделан. В общем, этот корабль, видимо, что мы сделаны американцами, германцами, японцами и, видимо, ООНовцами. Потому, или арабским миром. Не видно. Не видно. И приблизить никак нельзя. Хорошо. Давайте исследовать эту планету. Пока мы видим, что она очень пустынная. И дышать на ней, как мы видим, нельзя, потому что наш главный герой американский космонавт. Давайте его называть, не знаю, Джеймс. Вот Джеймс. Пускай будет Джеймс. Мало кислорода. Точнее, он даже... Смотрите, он даже... Ай, ё-моё, он... Как сказать-то, ёптерсты, не хватает... Он уменьшается у нас, потому что у нас, видите, прорвался баллон. Что делать? Что делать? Что делать? Не знаю, сейчас сдохнем. Вижу что-то, вижу. Вдалеке. Быстрее. Ё-моё, мы должны успеть. Быстрее, там что-то есть. Давай, еще чуть-чуть. Ну же, космонавт, держись. Фью. Наполнили мы с вами кислород. Так, оксиген, сапли, видишь, модель 8, хорошо. Видимо, американцы уже высылали сюда какие-то аппараты. Или сами уже высаживались. Значит, мы, получается, не первый американский космонавт, который высадились в этой пустыне. В этой пустынной планете, точнее сказать. И с вами мы сейчас видим очень интересную природу. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, Ребят, не знаю почему, но игра мне очень, очень нравится. Во-первых, тут очень хорошее музыкальное сопровождение, а во-вторых, тут очень интересная такая природа. То есть, ну, даже не знаю, как назвать природой, но все-таки такие интересные камни построены, какие-то идолы стоят. Природные, конечно. Все это очень красивенько так выглядит. И очень атмосферно. Но вот куда мне идти, я пока не понимаю. Надо думать. Так. Это еще обусловлено тем, что я не знаю английский. Ну, точнее, я его знаю, но не так хорошо, как бы нужно было. А русской версии этой игры нету. Может быть, там что-нибудь есть? Нет, туда нас не пускают. Интересно, а мы разбились или приземлились все-таки? Но мне кажется, что мы все-таки разбились. И сейчас нам нужно исследовать эту планету. Да. Планета очень гигантская. О, там что-то светится. Это, наверное, оксиген. Так. Да, это оксиген. А что у нас тут? Тут у нас какой-то, видимо, проход. Но нет, тут не проход.
я немножко запутался. Давайте мы с вами продолжим, когда я найду, куда мне все-таки идти. А, ребят, смотрите, кажется, ступил. Я все правильно шел. Тут, кажется, надо будет перепрыгнуть, насколько я понял, да? Оп! Давай, давай, давай! Есть! Отлично. Foot Hills. Нога... горы. Ножные горы. Вот так вот это называется, скорее всего. Или горы ног. Оп! Ай-яй! На ё-моё! Естественно, я упал. Так, ладно, давайте расследовать, что у нас в этой пещере. Возможно, здесь что мы что-нибудь найдем. А, здесь мы найдем путь наверх. Скорее всего. Оп, оп. Что ж такое-то? Оп. 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 Не знаю, почему это похоже... Не знаю, почему игра называется... Ноги? Но, блин, ну что ж такое-то? Ну, это больше похоже на грибы. Ой. Well, на почке все равно не понимаю. У нашего главного протагониста... Куда так далеко-то? Да что ж такое-то? В общем, у нашего главного протагониста есть джетпак, который он может использовать. Ай, стой, да что ж ты как... Ай, ну ладно. Стойте, давайте попробуем. Да что ж, почти же, почти, ну давай. Скорее было бы обратно вернуться, блин. Я надеюсь, у него джетпак не работает на воздухе, потому что в космосе эти джетпаки работают на воздухе. Насколько я знаю. Так, оп. Оп. Ненавижу прыгательные упражнения в играх. Что такое? Тихо, тихо, не упади. Оп. Куда, куда? Стой! Да что ж такое-то? Космонавт, не раздражай меня. Как всегда, у меня космонавты не умеют прыгать. У меня главный герой во всех моих играх не любит прыгать. Не знаю, чем это обусловлено. Возможно, у них ноги кривые. Возможно, у них джетпаки плохие. Но почему-то они не любят прыгать. И чувствую, что я здесь странно надолго. Оп. Оп. Давай, давай, давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, давай. Есть. Так, куда я пришел? О, господи, еще что ли прыгать придется? Но на этой планете есть вода. Так что эту планету можно все-таки еще заселить. Но, как я уже говорил ранее, эта игра про то, как американских космонавтов высаживаются на планету, где уже побывали советские космонавты. Но вроде как космонавты советские ушли. Потому что, как вы знаете, Советский Союз крянул в лету. И теперь его нету. Ой. И для чего я это сделал? Интересно. Блин, я не понимаю, что мне делать. Зачем мне этот камень нужен? Может быть, чтобы сюда запрыгнуть? Но я думаю, сюда бы я и так запрыгнул бы, да? I need to get up there somehow. А, не верю, чего? Понятно, значит, все-таки нужен этот камень.
Давай, космонавт. Оп. Оп. Отлично. И куда мы попадаем? Так. Ты главное не убейся, космонавт. Джеймс Бонд. Водопад. Значит, поблизости есть река. Логично. Что, звуки какие-то странные. А! Живность! Эта планета живая. Смотри, здесь есть животные. Очень интересно. Тут обитают лягушки. Либо их завезли. С нашей планеты, либо какой-нибудь другой. Но обычно так не получается, потому что если завозить каких-нибудь животных на другие планеты, с родной их планеты, то они могут не прижиться. Да фиг их знает, но почему такой звук странный? Что это, кровать? Кровать? What the hell? Нет, 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 космонавт, 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 космонавт. Господи. Что вообще происходит? Какая кровать? Вы что? Это катсцена. А Элита? Мы нашли какую-то... Что это за место? Это город. Это бывший коммунистический город. У меня же что-то тормоза какие-то начались. Видимо, тут стоят какие-нибудь антизаписывающиеся устройства. Ну, это очень похоже на русские домики, на самом деле. Да, это очень похоже. Союз нерушимый. Как это возможно? Не знаю, как это возможно, но это возможно. А, мне здесь ничего больше не надо, потому что я вроде как ни в один дом не могу зайти. Ну, естественно, когда распался Советский Союз, можно так себе представить, то что деньги уже не выделялись, Ельцин все пропил и просто планету забросили. Что там за такое интересное здание стоит на заднем плане? Надо туда сходить. Мне даже ни малейшего представления, что это. С первого раза может получить какой-то амбар, но это явно не амбар. Ой! Ой! Торнадо, 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 оно прям на меня. Оно почему-то на меня реагирует, какого фига. Быстрее, быстрее, в дом, в дом, в дом, в дом. Космонавт, мертвый. Okay? Да, ты в порядке? А, это немецкий, смотри-ка. Он провалился. Наш немецкий друг провалился. А, лаборатория 331.
Бу-бу-бу. Ну, кому интересно, можете прочитать, если знаете английский язык. Но, видимо, здесь где-то есть лаборатория. И куда же провалился наш немецкий друг? Вот в чем вопрос. Пу-пу-пу. It's so interesting. Я так понимаю, начинается буря. Так, ну, вроде тут на заднем плане ничего нету, так что давайте рассматривать, что можно найти здесь. Так. Это тут ничего не делается. Что тут можно убрать, чтобы куда-нибудь пройти? Да не, вряд ли. Так, ну здесь я ничего не могу найти. Может, надо что-то подвинуть? Да нет, ничего не двигается вроде бы. Ладно. Пошлите, сходим обратно в город, я не знаю. Или что интересно вон там. Ха? Ну, давайте сбегаем, посмотрим, что у нас там. Очень интересно. Ух ты, кладбище. Смотрите-ка. А, что у меня? А, у меня кончается кислород. Что делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там что-то есть. Блин, я не знаю. Может быть, там есть кислород? Потому что поблизости я не видел здание с кислородом. Блин, это кобздец. Я не знаю, что делать. Блин. Быстрей. Давай, американец. Ай, он упал. Черт возьми. Неужели я проиграл? Оп. Ого. Как новенький просто. Что произошло? Окей. Мьюзик, милк, лаборатории, не знаю, что за фигня. Интересно, что у нас там? Мне очень интересно. И опять кислород. Да блин, да что делать-то? Почему, когда все время захожу в эту зону, тут кислород кончается? Что делать? Не знаю. Давай, быстрее. Да что ты шагом-то идешь? Быстрее. Да он умирает прямо около этого здания. Я не знаю, что делать. Хорошо, значит, туда нас просто не пускают. Тогда что мне делать? Я вообще без понятия. В дома меня не пускают никакие. Там тоже ничего нету. Хотя, может быть, и есть, но я просто невнимательно смотрел то здание, но я просто не знаю, что уже делать. И все, опять кислород. Смотрите-ка, ребят, все. Просто не дают шанса. Вот. Просто не дают шанса. Ай, ребят, вот она. Оксиген наполнен. Хорошо. Незаметно с первого раза, конечно. Так, ребят, давайте мы сейчас с вами пойдем в то здание все-таки сходим. До которого я не мог дойти. И посмотрим, что у нас там. Заходим. Security код. Что делать? Какой security код? Вы что? Твою налево. Да что ж такое-то? Может, там еще не сработала такая сцена, которая была с немецким мужиком, который провалился куда-то. Непонятное. Е место. Давайте сходим, посмотрим.
Потому что если это так, то, блин, это очень странно. Какой код? Какой код? Я же вроде... все узнал. Да нет никакого немецкого пацана. Ах, черт. Опа. Смотрите-ка, ребят, там что-то в этом доме есть. Давайте-ка туда заглянем. Оп. Блин, не получается. Там явно что-то блестит. Надо как-то туда залезть. Может, мы сможем подвинуть бочку? Бочка-то может двигаться? Нет, не может. Ах ты ж. Да почему я не могу залезть? Что за фигня? Так. У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. За нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других, порабощенных народов. То, что мы совершим здесь, позволит стране Советов вырваться далеко вперед и поставит нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Вот оно как. Интересно так, игра-то английская, а говорят по-русски. Это прикольно. Да не хочу я прислушать. Берись. Так. Так, нужно как-то запрыгнуть сюда все-таки вот на это красное здание. Но как? Вот как? Вот вы мне скажите. Может, я смогу как-нибудь запрыгнуть по этим зданиям сначала? Так, смотрим. Ну, не хочет он вообще запрыгнуть на эти здания. Почему? Почему он не хочет запрыгнуть на эти здания? Может, ты за бочки сможешь? А, ты же бочкой могу... Я могу бочку подкатить. Такие бочки гигантские, я не знаю. Оп, оп. Так, теперь попробуем. Ой, антенна упала. Она работает? Интересно. Тихо. Так, что у нас здесь? Код. Отлично. Ну что, попробуем еще раз в лабораторию сходить? Я думаю, на этот раз у нас все должно получиться. Если Советский Союз нашел эту планету, то почему же он развалился? Это очень странно. Почему не использовал те ресурсы, которые он нашел на этой планете? Значит, что-то произошло все-таки на этой планете, что-то негативное. Открылось, смотрите-ка. Ё-моё. Ресерч. Ой. Ой-ой-ой. Куда мы с вами попали? Ё-моё. Темно-то как. Какая-то гигантская труба, ребят. Гигантская труба. Кровать. Опять кровать. Какого фига? Почему появляется кровать? Я, конечно, понимаю, может, главный герой нас хочет поспать, но все-таки. Почему появляется кровать?
Это больше похоже на канализацию, а не на лабораторию, конечно. Или на какой-нибудь склад. Так, электричество, электричество. У нас электричество не включится? Не знаю, видимо, нет. Нет! А, нет электричества. И как я его включу? Так, может быть, как-нибудь вот так? Союз нерушимый, республик свободный. Офигеть, прям. Будет созданный волей народа великий ма... Ой, господи. Ой. Здрасте. Три ночи назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. Это очень странно. Ну, ребят, меня эта игра реально очень заинтересовала. Так что давайте, мы даже продолжим, может быть, в следующей серии. Если все у нас будет удачно. Так что, ребят, всем удачи, ставьте лайки, оставляйте комментарии и всем пока.